Военно-мемориальное мероприятие «Рассвет Победы», посвященное 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, прошло в селе Славское 30 ноября. Самой зрелищной частью стала постановка боевого эпизода 1941 года. Посмотреть ее приехали более 700 человек, а участие принимали порядка 250 реконструкторов из военно-патриотических клубов. Это абсолютный рекорд за все 8 лет проведения мероприятия «Рассвет Победы».